Всем большой привет! Сегодня начинаем обзор новой категории в магазине для Windows 8.1 Professional. Эта категория будет спорт. Посмотрим, чем же она славится, что здесь за приложение. Вот. Как обычно, мы рассматриваем такую подкатегорию, можно так сказать, как топ бесплатных, потому что платные нет смысла качать, если вы не уверены в их качестве. Вот, поэтому начнем сегодня с приложения Футбол 24 и пойдем дальше, будем рассматривать самые интересные приложения. Вот, так что открываем его, смотрим обзор. Вот. Что же мы видим? Мы видим скриншоты всякие разные, да? Установить кнопка, описание на украинском, оценка 4,6 из 9 оценок, это очень даже хорошо. Комментарии тоже непонятны немножко в плане того, что мы не можем понять, нормально ли работает данное приложение. Что еще у нас здесь? Примечания, языки русский, украинский. И все. Ну, нажимаем кнопочку «Установить». Идет установка «Футбол». 24. Открываем приложение. Что же мы видим? Видим, вот, например, у меня же Украина стоит, ну, в настройках Windows, типа моя родная страна, да? Видим командную такую строку. Я, например, болею за Шахтер, и мы здесь видим Шахтар на третьем месте. Как не стыдно им. Вот. Видим всяческие новости. Умер Сергей Закарлюка. Что это такое? Ничего себе. Вот так вот. Что мы видим? Видим всяческие новые новости, да, хотелось бы отсортировать их, да, вот есть, нажимаем на новости, что же мы здесь увидим? Италия, Франция, если же вам не нравится, например, ну, то есть можно подрыхить другие новости, то есть про итальянский футбол, да, вот, и вот они все новости. В принципе, так. Хотелось бы еще, знаете, что узнать. Есть ли здесь еще какие-то, не знаю, там, матчи, видео, онлайн-трансляции. Но мне кажется, такого нету, потому что, мне кажется, ну, оно бы здесь было. Или что же оно тогда может значить? Ну, вот есть фото-видео, да. В принципе, все матчи начинаются 21:45, сейчас часов 7, то есть я не смогу посмотреть, работает ли оно или нет. Так что, если уж сильно нужно посмотреть какой-либо матч, вот, скорее всего, я думаю, они будут транслироваться. Так что, думаю, переживать не стоит. Что еще? Давайте посмотрим, вот, как же видео воспроизводится. Это дальше, да? Вот, какое-то видео включаем. Вот, здесь вот такая вот как кнопочка «Дивитися видео», то есть «Смотреть видео». И вот мы видим видео какое-то, тренировка чья-то. Вот. В принципе, в таком формате это приложение. Хотелось бы, конечно, узнать, будет ли трансляция и все тому подобное. Но, думаю, если же
данное приложение находится на первом месте, то поверьте уж моему опыту такому немаленькому в плане приложений для Windows 8, вот, то будут, в принципе, и трансляции. Тем более, сейчас посмотрим хотя бы по этому. Нет, не открывается, да? То есть за тот матч, который был. Ну, будем надеяться, что будет и трансляции. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления. Будет еще много чего интересного. До свидания.